Обзор такого интересного ресурса, как Memrise. Он позволяет запоминать, в принципе, что угодно. В основном используется для иностранных языков, тут можно много чего еще. То есть вот это выбор курса Memrise. Конечно, больше всего тут на английском языке, то есть вот можно на русском. Лучше все-таки иностранные языки, конечно, на родном учить, даже если английский хорошо знаете. Все равно там же работа на подсознание, подсознание в основном все равно на родном оно шпарит. Что-то не вижу, где английский. Ну ладно, вот это значит то, что на русском доступно. В принципе, есть начальные курсы всех языков основных, которые надо учить, да, арабский, польский, тут английский. Это курсы уже самого Memrise. И очень много курсов сделали сами пользователи. Но кроме языков можно учить что угодно, допустим, архитектуру, точно так же, по той же технологии. Технологию сейчас покажу, когда продемонстрирую курс. По дизайну есть курсы, правда, тут на русском нету. Что у нас тут по театру есть? Нету. В общем, есть куча категорий, которые вообще языками не являются. Языки там бывают очень оригинальные. Там типа ложбана и чего угодно. В общем, выучить можно много чего. Но особенно, конечно, на английском языке. Я вот уже английский, вот же он. Вот, переключают на другие языки. Вот, конечно, на английском больше тут можно компьютеров поизучать. JavaScript можно на английском выучить. И вообще все, что угодно. Тут C++. По той же технологии. В общем, мощный сайт для изучения, на самом деле, чего угодно. Если тут что-то нет, можете свой курс составить. И таким образом пока составляйте, сами учите. Значит, как это работает? Выбираем курс, заходим в курс. Сейчас покажу примерчик. Вот, допустим, JavaScript. Нажимаем на него. И вот нажимаем на «Начни сейчас». Значит, все бесплатно, в принципе, можно подписку оформить. У меня бесплатный код. То есть, можно оформить подписку, будут какие-то дополнительные возможности. После того, как вы курс выбрали, он у вас появился на главной. Вот, это различные курсы. Можно удалять, я тут очень много учил, потом поудалял. Вот это то, что у меня тут, в принципе, ну, английский мне уже точно не нужен, сейчас я его удалю. Вот, покинуть курс, это вот удаляем. Да, удаляем. Вот. Значит, как изучается? Заходим, вот после того, как мы вот в это вышли, тут, кстати, вот некую есть некая игра, то есть какие-то баллы вы набираете, какие-то уровни вам дают, я это сильно не смотрю, но, возможно, кого-то это дополнительно будет мотивировать изучать иностранный язык. Вот, какой-то рейтинг тут можно поставить. В общем, как учим? Заходим в курс. И вот тут уроки, они как галочками идут, такие уровни тоже, типа игры. Проходим уровни различные, да? Вот заходим в тот уровень, который мы еще не учили, нажимаем на него. Да? Нажимаем «Продолжить изучение». Это режим, в котором новые слова изучаем. Вот он дает, значит, то, что вы, допустим, не знаете, и то, что вы знаете, да? То есть вот это предполагается, что Шенрай мы можем прочитать, да? Это вот сейчас я иероглифы учу, да? Шенрай мы читаем хироганой, да? А вот иероглиф мы, допустим, не знаем. Поэтому тут сначала дается то, что мы знаем, а вот это то, что мы не знаем. Можно мем какой-то подобрать, но тут пока сейчас без мема. Но иногда пользователи тут какой-то мем. Вот можно добавить свой мем, какую-то штуку, которая мнемоника помогает запоминать. Ладно, проехали, раз нету. Вот сначала в таком режиме, сначала он показывает. Потом начинает спрашивать. Вот он теперь спрашивает то, что мы не знаем, то есть иероглифы, и нужно выбрать. Вот Шенрай. Да, автоному. Вот. Ну и вот в таком режиме работаем. Значит, еще раз два слова показал, теперь он их уже сильно в перемешку. Вот четыре слова вам показал, а теперь все это будет сильно перемешано. Четыре слова перемешится, потом еще слово подкинет. И вот так вот все идет. Значит, вот здесь определенное время дается, вот оно истекает на изучение. Если время проколбасится, то вам дополнительные, то есть больше будете, дополнительные вопросы задаст, будет больше того времени, которое надо изучаться. И здесь он еще выдает, собственно, баллы. Вот сейчас обратим внимание на баллы. Вот он 45 баллов добавляет. И иногда он пишет, что вы сколько-то подряд набрали. Вот. Ну, сейчас я из этого выйду.
ну вот вышел. Сохранить и выйти. Так, что тут еще можно сказать? А, еще режим есть, режим, в котором вы повторяете. Вот, допустим, заходим снова в курс, можно сразу вот это быстрое повторение выбрать. А можно вот выбрать повтори. То есть в первом режиме как бы слова проходят, он показывает их, потом какое-то время гоняет, то есть спрашивает, какая зубрилка. А во втором режиме вы можете повторять, если вы не уверены, что вы с самого начала все запомнили. Вот он спрашивает. Да, вот это я, конечно, уже плохо помню, но что-то там... Это вот так вот оно было. Вот пытаемся, значит, вспомнить. Сейчас я тогда неправильно напишу. Скорее всего, неправильно. Вот. Он пишет, значит, как правильно. Вот. Вот неправильно я сказал. Вот он напишет, как правильно. И далее. Вот. Теперь он требует, чтобы мы скопировали вот этот правильный ответ. Чтобы мы его все-таки выучили. Пато. О. Вот. Теперь, значит, все правильно далее. И вот так дальше он опять задает эти вопросы, и мы опять пишем ему ответы, и так вот дальше мы все это дело учим. Вот такой интересный ресурс, который позволяет все что угодно выучить, даже писать собственные курсы. В принципе, все, кто что-то долго учит, допустим, языки, тот обычно на этом мемрайз этот знает, и тут зависает, так что всем рекомендую.